Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и вы на канале Валерий Хауса. И у нас на очереди игра под названием Fear in Hospital. Страх в госпитале. Будем снова стараться бояться. Это инди-проект, короче, инди-хоррор. Вот, сделан на движке Unity. Ну и давайте посмотрим. Так, новая игра, погнали. Загрузка. Фонарик подобран. В смысле? Такое резкое какое-то начало. Фонарик подобран. Так, фонарик подобран. Прыжок у нас имеется. Бегать можем. Да, да, можем. Мы можем бегать мы можем. Так, рука кровавленная. Ай-яй-яй. Правая рука кровавленная. Ай-яй-яй. Нельзя же столько фапать, чувак. Так, скелет. Нарисован скелет, тут всякие медицинские штучки-дрючки, короче, медвежонок с черным сердцем. Что у нас тут взять? Вы проснулись в кабинете вашего врача. В соседней комнате не слышно радио, которое он слушал во время приема пациентов. Не слышно. Не слышно и не слышно. Нет-то чё? Слышно не так. А, фонарик мы можем убрать. Погоди. Фонарик мы убираем, а он все равно светит. Мистика какая-то. Окей, ладно. Кровь. Тут уж кого-то покрамсали. Кто, чё, как мы здесь очутились, короче, без понятия. Чё тут взять? Взять дверь? А зачем мне дверь? Дверь мне не нужна. Так, а вот и радио. Вот радио, которое... Ух ты, сколько батареек-то. Больше не могу взять. Это, короче, склад. Наш склад с батарейками. А, у нас все-таки батарейки кончаются, да. Кончаются. Берем ключ. Вот и ключ еще наш. Еще наш шаг ближе к спасению. Это радио так? Че у нас главный герой дышит, как этот. С Звездных войнов-то, как его там? Дарк Вейдер. Дарк Вейдер. Колен курит. Так, еще один ключ. Еще один ключ. Зачем? Зачем нам ключ? Так, выходи. Записка. Настало время пройтись по коридорам больницы в поисках ответа. Доктор прятал ключ в комоде, когда оставлял нас одних на ночь. Ясно. Ясно, ключ в комоде. Погоди. Ладно. Допустим, я этого не видел. Да ладно. Чуваки, узнали? Узнали! Узнали постер? Кто узнал, пишите в комментариях. Окей. Так. Это не работает, лифт не работает. Тележка тут быкует. У нас здесь дверь и еще вон наверх, короче. Давайте поднимемся наверх, по периметру пройдемся, посмотрим. Воу! Твою мать. Допустим, мы не боимся, все нормально. Черт, это не открыть. О, открыли. Открыли, отлично. Так, больше не могу взять. Слишком много батареек, короче. Закрыто. Еще батарейки. Короче, куча батареек. О, ключ в комоде. Отлично. Ключ, про который говорили, он в комоде. Ладно. Черт, эта дверь заперта. Нужно найти другой выход. Другой путь. Кругом. А чё я... Погоди. Я перестал бегать. Ей садиться не могу. Я что-то бегать перестал. Окей, ладно. Дверь у нас не открыть. Короче, у нас главный герой с пересёру перестал бегать. Ладно. Идем сюда. Так, отлично. Дверь открыли. Дверь. Прогресс сохранен. Неплохо. Неплохо, а как нам фонарик? А как нам батарейку вставить? Так, чё, дверь здесь заперта. Заперта. Здесь заперта. О!
Психопаты. Психопаты какие-то бегают, или это привидение. Или это привидение. Короче, очередной отла. Че за. Воу-воу-воу-воу-воу. Женщина. Женщина, с вами все в порядке. На догонялке играет. Догоню. Опа-на! Нет, погоди, не буду я. Не буду я с тобой играть. Ты какая-то нервная. Иди играй сама. Окей. Как нам батарейки-то поменять? Как нам поменять батарейки? Так, окей. Скелет купается. Скелет купается. Ладно. Ладно. Тихо. Плесень в виде силуэта человека. Ладно, я понял. Как нам перезарядить? Сколько вас? Эти штуки должны нас пугать, что ли? Закрыто. Ладно, допустим. Короче, у нас тут чисто пугают скримерами. Так, погоди. Больная женщина есть. О! Ключ. Это хорошо. Я дверь закрою, не буду мешать. Не буду мешать женщине. Дверь закрыта. Погоди. В смысле? Куда идти? И эта дверь закрыта, которая, через которую мы вошли. Так. Погоди, надо решить. Надо понять. Надо понять, что делать. Еще фоточка. Так, где выход? Где выход? Может, здесь что-то? Может, все-таки здесь что-то? Может, надо подойти к этим? О, открыли дверь, отлично. Ты набегалась? Что с этой женщиной не так? Она теперь кружится на одном месте. Что с ней не так? Ну, это понятно, она с дурдома, короче. О, ключ. Она с дурдома, и у нее, походу, не все в порядке с головой. Видели? Она даже сместилась. Могу больше взять. Как мне поменять? О! Отлично. Отлично. Я понял. На Q менять батарейки. На Q. Закрой ящик. Пусто. О, ключ. Ключ. Так. Окей. Идем дальше. Ты че такая резвая? А! Они близняшки? Они все один. Че за. Да. Как будто бурмашинка какая-то, да? Блин. Аж зубы заболели. Не люблю. Че за ручение? Не люблю я зубных, короче. Погоди, а теперь у меня не вставляются эти батарейки. Ладно, чего вы ждете? Спасите пациента, может, ему еще можно помочь. Ладно. Это типа пациент? Я не думаю, что это пациент, короче. Как мне его спасти? Рычаги не дергаются, ничего не нажимается. Дверь закрыта. Чьи-то легкие. Ладно. Допустим. Дверь закрыта? В смысле? А как мне помочь пациенту? Погоди.
Я понял, что надо помочь. А как? У меня батарейки не меняются. В смысле? Погоди. Вперед, влево, вправо. Продолжим. Окей. Так, а что делать? Что мне теперь делать? Дверь не открыть. Кнопки не работают здесь никакие. Здесь рычаг, ничего не работает. В смысле? С чего мы ждем? Здесь ничего не работает. Ног взять, что ли, какой-нибудь, нет? О, ключ! Ключ я нашел! Воя слепошара! Воя слепошара! Ну-ка, давай откроем. Так, пациент, держись, я тебе сейчас помогу. Какой-то робот. Это не человек, посмотрите на него. Это ни хрена не человек. Ладно. Здесь тоже не нажать ничего. Так, еще один ключ. Отлично. Отлично. Заперто. Заперто. Так, погоди, я тебя... Не буду трогать. О! Это мужчина! Это мужчина, но он похож на женщину, на ту, короче. Но. Или это. А, нет, это не мужчина, это она же. Это та же женщина. Та же женщина. Закрыто. Все закрыто. Стулья полетели. Все закрыто и стулья полетели. Так. Батарейки. Как не вставить батарейки? Я не знаю, хотя бы какой-нибудь. Да. Одна и та же рожа нас пугает, короче. Окей. Хотя бы, не знаю, там какое-нибудь объяснение в управлении бы сказали. Так, кровь. Мы нашли кровь. Куда тележка-то полетела? Она меня не ударит? Все нормально? Это, короче, в порядке вещей. Куда она улетела? Слышь, где она? Она улетела в соседнюю комнату? Нет. Так, записка. Окей. Ваш врач не пускал вас во второй корпус, где он часто бывал. Пора выяснить, в чем проблема. Окей. Идем выяснять. Идем выяснять. Кружку нам не взять. Кстати, а где наш фонарик? А, вот, надо было фонарик, короче, выбрать. Фонарик надо было выбрать. Это мы типа в потемках ходили. О, еще чувачок. Пишите в комментариях, кто это. Так, ладно. Ладно. Дверь заперта. Дверь заперта. Убираем. Уже не настолько страшно, слышь, рожа. Рожа, уже не настолько страшно. Так, погоди, мы сделали круг. Она так и будет, короче, это скрипт, она так и будет, смотри. Ну-ка еще раз. Доведем, короче, главного героя до обморока. Жесть. Окей. Это, короче, скрипт. Я понял. Но там я еще не все смотрел, погоди. Надо это. Надо здесь посмотреть. Мы же вроде не все здесь посмотрели. Мы пошли туда, вот здесь еще дверь, короче. Оп, открыли. Дай, говорит, дай, говорит. Не дам я тебе ничего. Не дам я тебе ничего. Так. Тут какие-то, короче, символы, пентаграммы. Ну, поставь стол на место. Стол на место. Пентаграмма, короче. Вот. Какие-то эксперименты здесь проводили, наверное. Последнее, что вы помните, это разговор с вашим врачом в подвале, где обычно проходили эксперименты. Туда можно добраться только при помощи лифта. Нужно искать лифт.
Ищем лифт, короче. А она меня тронет, если... Ладно, пускай идет. Пускай идет. Так, это холл. Это холл. Мне, чтобы сломать... это прилетело... Коляска сюда прилетела, что ли? Мне, чтобы сломать цепочку, короче, да, и выйти нахер. И отсюда. Так, что у нас тут? Фотка женщины. Черно-белая. Заперта. Дверь заперта. Я понял. Я вас понял. А, ну да, типа, короче, к ней подходишь, и скрип срабатывает. Смотри. Оп. Это, короче, нас вот эта баба пугает. Оп. Уже не страшно. Уже ни капельки не страшно. Придумывали мы что-нибудь другое. Что-нибудь новое. Так, а эта дверь вообще бездейственная дверь, короче. Я понял. Так, ключ. А теперь можно, наверное, дверь открыть. Отлично. Так. Вот уже кресло. Кресло пошли в ход. Стулья. Ты бросил. Ты бросил меня. Ты бросил. Стоит, смотрит. Окей. Большой круг. Большая пентаграмма. А, мы на улице. Что, блин? Я должен испугаться. Я должен, мать вашу, испугаться. Окей. Забираем все батарейки. Забираем все. Мы опять спускаемся вниз. Дверь не работает. Это что? Прогресс сохранен. Если прогресс сохранен, то... То значит, мы идем на правильном пути. Так, здесь все забрызгали кетчупом. Почему все покраснело? Этот чувак на нас смотрит. Смотри, он следит за нами, да? Ладно, окей. Окей. Закрыто. Еще ключ. Стопудово от той двери. Не тыкай в меня пальцем. А, нет. Нет, ты смотри, смотри. Обознался. Обознался я. Виски. Написано виски. Окей. Может, на этом? Может, это дверь? Да, это дверь. Это дверь. Так, закрыто. Спускаемся еще ниже. Короче, поднялись на крышу. Теперь спустились вниз. Ключей здесь нет. Ключей мы не видим. О, лифт. Отлично. Мы при... Так, погоди. Лифт. Ну, закрой, вези меня куда-нибудь. Не работает? В смысле? А лифт не работает? Ха, прикол. Лифт не работает. Ладно. Может, здесь что нажать надо? Здесь что включить надо где-нибудь? Кто-нибудь, помогите мне открыть лифт. Или я что-то пропустил. Наверное, какую-нибудь дверь пропустил, наверное, какой-нибудь ключ пропустил. Здесь-то что-нибудь нет. Здесь мы не можем, да, ничего открыть, короче. Так, щиток. Нет, щиток тоже не действует. Щиток не работает. Ладно, я понял. Я понял. Так, это не работает. Все двери закрыты. Идти нам неизвестно... Некуда. Непонятно куда. Все двери закрыты. Слышь, я опять что-то пропустил где-то. Может... Погоди, это же генератор? Или что это? Это, наверное, генератор, нет? Может, что-нибудь вставить надо, может, что-нибудь включить. Я думаю, какой-то рубильник, наверное, надо. Думаю, какой-то взять. Гади. П-
Почему это активная штука? Не работает. Ну, не взять. Ладно. Похер. Похер. Похер нахер. О! Так, что мне надо сделать? Он здесь даже не садится. И здесь не садится. Он нигде не садится теперь. Он теперь не бегает и не садится. Ну крикни, крикни на меня. Ну крикни, ну пожалуйста, ну крикни. Ну, сделай что. Прикол. Может, через какую-нибудь дырку здесь пролезть? Лифта нашли. В смысле? Нет. Нет. С этой штукой может что делать? Нет. В смысле? Я заблудился. Я не знаю, куда идти. Нас не выпускают назад и... И вообще не дают ничего сделать. Может, с тобой что? Интересно. Интересно, девки пляшут. Так. По-любому, как... где-то ключ я просрал. По-любому, вот, по-любас. Я уверен. Где-то ключ лежит, и я его не вижу. В упор, наверное, не вижу просто. Может, с этими, может, с этими рожами, что-то, с этой рожей, ну. Странно. Где есть кнопки? Кнопки не работают. Эту дверь тоже не открыть. Все? Игра кончилась? Игра сломалась? Так, вот здесь что-то вот, вот взять напишется, пишется, да, и ничего не берется. Странновато. Странновато это все. Другой путь. Другой путь вот. Лифт. Я просто ржу. Ржу. Здесь по-любому должен быть какой-то скример. Короче, какой-то. Какой-то трэш. Какой-то трэш. Я понял. Я понял, что я ни черта не понял. Включим свет, ладно. Уговорили. Больше нет батареек. Ни одна дверь не работает. Ладно. 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 Так. Окей. Батарею сломать. Жесть. Короче, все. Конец игры, наверное. Мы застряли здесь. Мы здесь застряли. Окей. Окей. Ну что, ладно, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Отписываемся в комментариях под видео, как вам игра. Вот. Как видео. И стоит ли ее добивать? Посмотрим. Стоит ли? Пишите это в комментариях. И с вами был Валерий. До новых встреч. Всем пока.